Всем привет, мои дорогие. Мне пришла посылка. Сегодня хочу с вами распаковать посылочку. Посылка с Флипа. Видите, на коробке написано Флип. Часто пользуюсь этим интернет-магазином, потому что, во-первых, доставка быстро производится. И, во-вторых, все такого качества очень хорошего. Это не реклама, ребят. Я еще не заработала на Ютубе, чтобы рекламодатели ко мне поступали с какими-то заявками. Ну что, уже забыла, ребят, что, потому что я заказывала две посылки. Одной я заказывала семена, а во второй я заказывала, ну, всякое разное такое. Так, ну первое, ну что-то я не вижу чека. Хорошо, я вам отдельно потом видео под каждым этим я впишу, что почем. Ребят, взяла вот такой кофе. Эксклюзив Чиба. Очень хороший кофе. Мы такой уже брали не один раз. Вот. Ну, очень нравится. Растворимый кофе утром. Утром перед работой. Так, как-то мне надо складывать, чтобы... Так, ну как-то все здесь... Ладно, ну буду открывать так, как вот открываю. Взяла, ребят, имбирь. Попробовать белый имбирь. Маринованный белый. Не знаю, всегда берем вот такой имбирь. Маринованный розовый. Но вот в этот раз еще взяла вот такой вот белый. По цене, ребят, напишу. Напишу, почем имбирь. Так, имбирь. Взяла соус табаско. Табаско это который красный. Вот. Ну, любим горькое, что ж делать. Никуда не денешься. Так, сейчас я буду народ сюда скидывать. Сейчас Муся прибежит. Так, взяла вот такие масочки, ребят, беру, это вот, мои дорогие, беру вот такие вот масочки для лица, очень удобно, очень удобно. Взяла чеснок гранулированный, фирма Ориент, а вот, взяла три пачечки. Так, все, сейчас будем аккуратненько вскрывать вот эту посылку. Так, ну вот эту посылку я заказала на те выходные, в воскресенье. Ну, получается, шла неделю, потому что, ну, сегодня тоже воскресенье, потому что у нас, ребят, до среды были бураны. Вот с той субботы, получается, по среду этой недели были бураны. У нас очень много, вот я и маме заказала подарок. И не успел прийти подарок, но пришел на выходные, но она сняла. Я потом видео включу, мы ее ездили, поздравляли. Я включу отдельно, что мы ей Саньку подарили. Так, видите, упаковывают все хорошо. Прям вот везде проложена бумага. А нет, вру. Вру, ребятки, наверное, вот он чек. Да ладно. Пришло благодарственное письмо, ребят. Благодарственное письмо. Только благодарственное письмо, что ли? Оплатить мне кто будет за рекламу? А, Флип мой дорогой. Что ж вы это? Я скину им ссылочку моего видео. Пусть они посмотрят, как их рекламируют, вот, так сказать. Так, пишут. Благодарственное письмо. Директор Александр Соколов. Уважаемая Виктория Геннадьевна, фамилию не буду говорить. Благодарим за ваше доверие. Мы искренне надеемся, что наш интернет-магазин помогает вам экономить не только деньги, но и самое дорогое время. И в знак признательности хотим преподнести приятный и полезный сюрприз. Розовый промокод на 10%. Так у меня есть 10% скидка. А также мы приготовили подарки для ваших друзей и близких. О, я еще могу своим близким 3 промокода раздать.
со скидкой 5%. Покупайте легко и выгодно сами и делитесь с друзьями. Но это уже, конечно, рекламный ход, мои дорогие друзья из Флипа. Сколько я за эти года вам денег оставила и всего лишь прислали мне повторно 10% скидку. Ой, Флип удивляется. Так, ну что, начинаем? С чего начнем? Ну, наверное, что лежит сверху. Взяла, ребят. В общем, у них в магазине от косметики до хозтоваров. И электроника, и бытовая техника, и все для красоты, для здоровья. Сад, огород, там очень много и семян, я вот там всегда приобретаю семена. Плюс там для продукты, для правильного питания, ну очень много. Это вот я не знаю, в России есть, нету, но у нас в Казахстане есть такой интернет-магазин. Ну удобно, ребят, удобно. Взяла вот такую, такие протертые помидоры с базиликом, ну взяла на пробу, ребят, не знаю, по отзывам, что как бы все это вкусно и все это аппетитно добавлять в блюдо. Ну, наверное, по продуктам сейчас. Взяла приправку имбирь молотый. Помните, я делала как-то обзор приправы. Приправы я люблю. Так, тем более у меня сейчас после короны, слава богу, восстанавливается вкус. Единственное, только на лук. Он мне пахнет какашками. И кофе. Кофе и шоколад. Ну, Саня пьет ты кофе, скажи, я не буду покупать кофе. Вот. Шоколад, кофе и лук. Вот это неприемлемые это, продукты, которые вот никак у меня пока не восстановятся. То ли от наркоза вместе с коронавирусом, вот это вот у меня уже сколько? 8 месяцев, ребят, я не чувствую вот эти. А сейчас вот начал проявляться вкус, но не острый. Вот только я чувствую вот запах. Почувствовала продукт, а и все. Потом хоть нюхай, хоть не нюхай. Не знаю, что такое, что в моем мозгу-то могло щелкнуть. Так, взяла паприку молотую. Очень выгодно, потому что, во-первых, здесь такие... Сейчас открою. Очень удобно баночка. Не надо с этих пересыпать куда-то, да, как бумажных. Тут вот такое есть отверстие. Видно вам, нет? Такую вот дырочку. И есть крупное отверстие. Вот, очень удобно, как бы сразу с банки вот это все приправлять. Так, ну поехали дальше. Что из продуктов у нас, по-моему, все. А нет, вот взяла еще. Взяла еще. Видите, все как запаковано. Молодцы, ничего не бьется, ничего не... Молодцы, не жалею упаковочный материал. Взяла, мы сейчас салаты едим очень много с Саньком. Вот, взяла вот такой натуральный лимонный сок. Взяла сачок. Ну, это вот на салат, ребят. На салат. Так, я не знаю, может быть, поближе камеру поставить. Так. Так вот, ближе, нет? Вроде как поближе. Так, поехали, что у нас дальше? Из косметики. Взяла, ребят, пользуюсь. А, это для женщин сейчас. Кто меня смотрит, женская половина. Пользуюсь сейчас корейской косметикой. Пользуюсь гелями, скрабами, всякими разными. Эмульсией. А это я взяла кремушек. Крем. Ну, написано на корейском. Такой вот кремушек. Вот. Ночной. Ночной крем. Такая баночка. Сколько здесь? Не вижу. Ну, вот такая вот баночка. Это ночной питательный крем для сухой и комбинированной кожи. Ой, для жирной и комбинированной кожи. Взяла краску. Все, перехожу опять я на блондинку. Волос мой отрос. Вот здесь вот с краю я как-нибудь вам покажу. Прямо вот такие вот уже отрастают волосы. Помните, как я облысела? Это что-то нечто. Вот я пила омегу, но и сейчас я ее продолжаю пить. Пью D3 витамин, пью мумиё. И вот
волосы мои начинают потихоньку восстанавливаться. Беру вот такую краску. Краска номер 91 Excellence. Она кремовая такая, более щадящая. Ну вот покрашу, покажу, что у меня будет с моих сейчас, с моего цвета волос. Беру две пачки, потому что одной пачки мне почему-то мало. Хоть и волос весь вылез. Так, ну и тут удовольствие для кухни, конечно. Посуда, которая сейчас приобретается, да, помните, я вам делала как-то обзор на сковородку с каменным покрытием, там все дела. Все это ерунда. Короче, все это сковородка поедет на дачу. Ну, где-то на костре. Может быть, на ней еще можно будет что-нибудь готовить. Вот, а домой взяла немножко так вот посуды. Посуды, ребят. Взяла вот такую сковородку. Вот такую сковородку. Сковорода литая, толстостенная, с антипригарным покрытием. Вот такая сковородка. Ну, для двоих прям само то. Съемная крышка. Очень удобно, потому что у меня сковородки все хранятся в газовой плите. Места мало, шкафов мало. Такая вот сковородочка, ребят. Ну, ничего так, вроде как. Ну, и цвет вроде как тоже понравился. Вот такая, ребят, сковородка. Так, сковородка. Поехали дальше. Дальше у нас разбилась у меня чашка. Что-то поприлипли тут бумажки. Разбилась чашка моя стеклянная для замешивания теста. Ну что тут прилипло? Ну ничего, это все. Бумажки прилипли. Взяла вот такую чашку, ребят. Легкая, прям обалдеть. Объем хороший. Объем на, по-моему, на 4 литра. На 4,5 литра. Взяла вот такую чашку для замешивания теста. Самое то, удобно. Тесто, может, какой салат, когда вот много салат делаешь, там, когда гости приходят, очень удобно. И такая легкая-легкая. Здесь вот такие вот на резиновая на дне. Резиновые полосочки. Ну, прилипла бумага, видать. Такие вот резиновые полосочки, чтобы она не скользила. Тоже читала по отзывам. Ну, прям шикардос. Шикардос. Что здесь еще у меня? Так. А, это приправа. Это пряная соль. Прованские травы. Вот. Что еще? Что-то еще там. А, и табаско, который зеленый. Это тоже на салаты. И просто приправляется. Но это любителям горького. Тот же самый салатик, тот же самый гарнир. В общем, вкуснятина. Ну все. Коробочка пустая. Так, и взяла, ребят, кастрюлю. Кастрюля как казанок. Он и казанок, он и кастрюлька. Так, ну буду рвать. Прям упаковано. Фирма Кукмара. Сделана в России. Российская какая-то фирма. Ребят, я не брала еще посуду. И вот эта сковородка тоже этой фирмы. И получается кастрюля. Кастрюлька. Так, ну это можно выкинуть сразу. Выкинуть. Смотрите, какая красота. Так, но мне не нравится крышка. Или тут пленка. А, ребят, это пленка, покрытие пленка. Я думала, что-то такая покоцанная. Такая вот крышечка. Фирма написана. Красивая такая. Эта белая штука, это снимается.
Да. Да, снимается. Такая крышка. Так, ну, наверное, на сковородку она будет. На сковородку большая, не угадала. Блин. Ну, ладно, придется отдельно на сковородку заказывать крышку. Так, крышка. И вот такой казанок. Казанок. Так, казан, по-моему, на 4,5 литра. Он идет и как казанок, и можно в нем готовить всякие супы, но тоже антипригарно толстостенный. Вот такой вот кастрюлька-казанок. Но мне нравится. Кстати, он не такой этот тяжелый. Вот, я описание потом включу в этот видео. Что почем? Потому что на вот эту посуду сейчас там идут скидки, но вот поэтому я взяла. Ребят, ну вот такой вот казанок. Все, теперь буду готовить. Готовить только так. Только так буду готовить, ребят. Так, ну что я хочу сказать. За вот это вот все я отдала 46 тысяч тенге. 46 тысяч тенге из расчета, считайте, российский рубль сейчас где-то 6 рублей. 6 рублей, 46 делите на 6. Вот все мои вот эти вот покупки. Вот, ребят. Ничего не взяла. Ну, взяла это, посуду, а посуда нынче дорогая. Дорогая. Она, тем более блогерам, которые занимаются приготовлением там блюд, все это выставляем же на обзоры, и, конечно же, взгляд бросается на посуду, потому что какая посуда. Я сама всегда обращаю внимание, когда вот кто-то что-то готовит, и мне всегда интересно, у кого какая посуда. Поэтому вот приходится раз в год менять какие-то казаны, какие-то сковородки, какие-то чашки. Вот. Ну и не только поэтому. Конечно же, первый фактор – это в чем ты готовишь еду для своих близких. Ну и к тому, что я теперь буду вас радовать новой посудой. Не только сама буду радоваться, но и радовать вас. Ну все, вот такая сковородочка в сиреневом виде. Вот такая чашечка блестящая. Все, ребятки, так вот немножко прикупилась. Теперь у меня еще идет посылка с семенами. Будет обзор. Купила семена, цветы однолетненькие. Вот. И купила там, по-моему, дыни. Ну, вот такое что-то из бобовых. Всякое разное. Потому что дачный сезон приближается. Особо сажать, говорить еще рано. Потому что надо еще приехать, освоить территорию. И что-то распланировать. Но рассаду однозначно овощей сажать мы не будем. Если что-то захотим там где-то что-то купить или что. Ну, хотя не знаю, может быть, еще у меня поменяется через месяц желание что-то все-таки посадить. Потому что дача есть дача, земля пустовать тоже не должна. Но пока так как-то. С ногой мне еще как бы опасно на даче где-то что-то возиться, где-то что-то ходить, да просто даже ходить, где-то что-то обрабатывать, потому что, ну, дача есть дача. Сами понимаете, где-то вода, где-то что-то подскользнулся, где-то что-то. Мне 1,5 года запрещено, короче, ходить и смотреть, куда наступаешь. Поэтому, ребятки, я не знаю, как получится, мои хорошие. Ну, все, как-то так. Буду... Сейчас, наверное, выложу для вас этот обзорчик. А вот. Так вот, решила немножко поделиться. Что обычно я... Обычно как-то не снимаю, что я покупаю в этом магазине. А тут думаю, ну, поделюсь, может быть, кому-то эта информация будет полезна. Правда ведь? Ну, все, мои хорошие. Покупайте. Как хорошо, что сейчас есть такие услуги, как интернет-магазины. А в таком плане, как вот я сейчас нахожусь, да, что лишний раз не выйдешь
на улицу лишний раз не пройдешь там по магазинам, потому что травма ноги это тоже очень сложно. И вот так есть такие услуги, когда можно просто сидя дома заказать, тебе привезли, все оплатила, никуда ходить не надо. Все нормально и все хорошо. Конечно, есть интернет-магазины, когда это все приходит, как будто где-то побывала. А здесь все достойно, все запаковано. Ну, я рада. Я рада. И качественный продукт. Ну все, мои хорошие. Пока-пока. Вчера мы были у родителей. У мамы был день рождения. Выложу видео, тоже так немножко поснимала. Все, ребятки, ждите видео. Ах да, еще Санек удивил меня пирожками. Санек удивляет постоянно. Он все может там готовить, но вот у него с выпечкой как-то вот, пока вот я лежала, болела, он, правда, пир вот пек. Он беляши стряпал, но с покупного теста все это делал. А в этот раз он меня удивил. Он напек такие вот пирожки. Это я тоже отдельно выложу видео, ребят. Короче, не пирожки, а лапти. Но обалденно вкусные. Раздавали всем. И родителям, и подруги, и соседки, потому что он же мало готовить не может. Ну, в общем, так, ребятки, ждите видео, буду монтировать, материала много. Все, мои хорошие, пока-пока, всем удачи, добра. Спасибо, что вы с нами, спасибо, что вы продолжаете нас смотреть. Кто не подписан, подписывайтесь. Ну, кому не хочется подписываться, не подписывайтесь. А вот, спасибо, что вы есть. Все, пока-пока, здоровья всем, удачи и всего самого-самого доброго. Все, мои хорошие, весна, скоро будет жизнь, поменяется из сонного состояния в бодрое, так что будем ждать долгожданную весну. Все, пока-пока, увидимся, мои хорошие, пока.